Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня я вам предоставляю свой обзор Zara. Опять и снова, но теперь я пошла в магазин вживую. Я решила, раз уж я нахожусь в Праге, я пошла и решила посмотреть, что у нас имеется в Zara, что нам предлагают, потому что то, что на сайте я вам показала, новую как бы коллекцию, это на сайте. Что же у нас в магазине? Магазин изначально, я вам скажу, ну вот сейчас я первую сумочку показала, я ее снимала, я ее сняла как бы для того, чтобы ну, срисовать узор, потому что она мне понравилась, и я думаю, я ее свяжу на свой крючочный канал. Это вторая сумочка с бусинами, тоже крючком вязаная. Вот такие вот две сумочки. Кстати, я на сайте почему-то не зашла в раздел сумок, поэтому я их там не видела. Это то, что я увидела в магазине. Значит, шортики. Смотрите, на сайте я их тоже не видела. Прям крючочком, сеточкой связаны. Очень просто связаны. Вот. В боковом шве молния, и на поясочке они внутри пришита резиночка, что очень, как по мне, очень-очень практично. Вот, и модель будет держаться как бы и фиксирует. Вот, кстати, вот этот вот топ, который у нас получается как бы очень красивый. Его я не меряла, там дальше, кстати, примерки будут. Потому что я не совсем одета под топ. А вот это, кстати, я в обзоре хотела показать, но не показала. Это костюм. Майка и брюки. Очень, кстати, красивые. На мой взгляд, очень красивый такой костюм. Я пыталась найти состав. И состав там 50 на 50 хлопок полиэстер или акрил, потому что потом я уже пошла мерить то, что я нашла. Из обзора нашла совсем-совсем мало. Вот, кстати, вам показываю. Я в кофточке, которую рукава перешивала, это я вам пытаюсь показать, что я в ней туда явилась. Вот, и сейчас буду, взяла я, по-моему, 6 вещей. Вот первая из них, на сайте ее не было. Вот я, кстати, потом уже перевернула телефон, там так удобнее, так виднее как бы сам модель в ширину. Вот здесь вот все как бы и нормально. И узор мне нравится. Вот смотрите, листики там небольшие. Вот очень понравился мне вот эти вот дырочки. Я не знаю, как они делаются. Правда, я смотрела на него, смотрела. Ну, не знаю, бахрома, конечно, уже кошмар караул, как по мне. Но вот узор вот этот вот я бы срисовала. Не знаю я, как он вяжется. Вот эти, ну, коса как коса. Вот эти вот, видите, листики маленькие. И вот эти вот полосы ажурные, девчонки. Может, кто... Я, конечно, попробую его. Обязательно попробую. Но состав тут меня огорчил. Хотя я это уже предполагала, потому что я на себе чувствовала, что это фигня полная. Извините за выражение, да? Ну, вообще. И там, по-моему, в составе хлопка вообще и не снится. Вот. Я не знаю, нашла ли я здесь... По цене, вот, кстати, я не вижу по цене, я на всех остальных фиксировалась на цену, а на этом даже не зафиксировалась и перешла, вот видите, к другому. Этот уже на ощупь, тот на ощупь скрипит, да, а вот этот вот, вот эта вещь мне очень сильно понравилась. И вот смотрите, и узор интересный тоже бы, можно было бы его срисовать. Ну, кстати, у меня снят там узор, будет в воскресенье, тоже такой наподобие края такого красивого. Ну, и здесь вот очень красивый край. Вот эти дорожки ажурные по всему изделию, и отделка внизу ажурный и волнистый. И еще лента, видите, как изюминка продета еще лента через все изделие. Сейчас я одену, я просто смотрю, ищу состав. Вот здесь у нас 50 на 50 состав, хлопок полиэстер. Вот я не перевернула видео. Ну, 51,49, по-моему.
насколько я помню, ну что-то такое. Ну и на ощупь это уже намного-намного приятнее. Вот сейчас я покажу на себе. Смотрите, девчонки, я прошу прощения за черный лифчик. Это первая вещь. Вторая вещь, я же не думала, что будет такая кофточка. Там бы нужна маечка. Но я попыталась, конечно, бантом прикрыть пузо. Вот. Ну, не очень, поэтому не очень получилось, поэтому я прошу прощения. Ну, вот эта кофточка, это, кстати, я взяла L-ку. Единственное, что я огорчилась. Нет, все маленькие как-то размеры, большие раскупают быстро, и вот нет побольше. Я люблю вот свободные вещи. Ну вот эта вещь мне безумно понравилась, вот эта кофточка, правда. Вот. И цена ее не такая дорогая, Элка, видишь, 699 крон, это в районе 30 долларов всего лишь. Вот, я думаю, это недорого. Так. Далее, куда мы переходим? Смотрите, что вот это мой фаворит. Конечно же, надо было тоже 699 крон. Состав, вот по-моему, здесь вот, насколько я помню, я не помню. Это есть в обзоре, кстати, из обзора вот это единственное. И то, что я показывала костюм, и больше я ничего не нашла из обзора. А вот это 51 полиэстер, да, и 49 хлопок. Вот, ну на ощупь она прям хлопок-хлопок, и вот модель прям моя-моя, вот люблю я такие вещи, ну вот что, я вот, если честно, растянулась в улыбке, потому что мне понравилось, да, ну не считая черного лифчика, ну это мелочи, я думаю, вы мне простите, ну боже, как мне нравится эта модель, ну вот это, вот я так люблю, чтобы было свободно, чтобы я себя чувствовала комфортно. Смотрите, это есть в обзоре вещица, и она мне безумно, девчонки, безумно понравилась. И если я найду какую-то подходящую пряжу, я однозначно ее свяжу, потому что я ее буду носить. Мне очень нравится. Но это не факт. Тут тоже нужно правильно подобрать пряжу, чтобы она красиво смотрелась. Вот, так что я думаю, это будет и ваш фаворит из всего того, что я мерила. Я же говорю, я немного мерила, только там еще платье есть. Я еще схожу, там померю платье, я в Бершку схожу, в Манго схожу, посмотрю, вот, что там они предлагают. Я же говорю, раз уж я в Праге, правильно, и нет времени у меня вязать, потому что я учусь, то я хоть похожу, да попримеряю и посмотрю, что они вяжут. Да? Я думаю, вы со мной согласитесь. Вот. Вот эта вещь. Хотела померить. Изначально была прям такая в восторге от нее. Вот такая вот маечка, топик, сзади капелька. Ну, на ощупь 549 крон, 25 долларов. Вот разница в 5 долларов. Узор симпатичный. Вот я так вблизи сняла специально узор. И вверху такие ромбики симпатичные. И состав у нас там, по-моему, полностью фигня. Извините за выражение. Я все извиняюсь в этом видео, потому что, ну, с другой стороны, ну, что ожидать от такой цены, правильно? Хотим хлопок, будет дороже. Вот, катон у нас всего 30%, но у меня ощущение, что его там совершенно нет. Я попыталась ее померить, я испугалась, она стоит колом. Вот, и я вот чуть-чуть кусочек вам показываю, но и сразу и удалила. И вот, по большому счету, последняя вещь, которую я померила, ну, это мне понравилось как модель, узор мне понравился, вот, ну, так как размеров, опять же, большие, побольше не было, мне пришлось взять, это, по-моему, М-ка я нашла, да, а я бы хотела L-ка. Мне бы, наверное, было комфортнее, вот. Ну, бахрома, конечно, понятное дело, мне не нравится. Но очень нравится узор, она, вот это, этот топик, он у нас с люрексом, вот. Скрипучий, колючий, как я не люблю, но он такой вот, типа праздничный. Ну, и пусть будет, молодежь будет на дискотеку носить. Но не нравится мне ни в предыдущей модели с бахромой, ни в этой модели бахрома мне не нравится. Во-первых, она как-то дешево выполнена. Если уж она есть, то как-то сделайте ее аккуратной какой-то. Она прям какая-то неаккуратная, прям вообще-вообще неаккуратная такая.
некрасивая. Вот я показываю М-ку, да, и 500 крон, вот. Люрикс дорогой или что, или я не могу понять. Ну, тут уже, кстати, на этой последней этикетке заметила, что вискоза, полиэстер, металлическая нить. Заметила, что на этикетке состав написан, и на бумажной этикетке, а я его искала внутри. И вот я, кстати, уже вышла с примерки и обнаружила вот эту футболку. Очень мне понравилась идея. Сама футболка обычная, сейчас посмотрите, помятая. Но рукав вязаный вот такой вот ленточной пряжи. Интересное такое решение летнее. И вот дальше я уже прошла. Я перед этим, ну, в общем, я свитера искала. Это вот платье. Оно комбинированное вязание с полотном. Такое льняное полотно. Видите, рукава такие. Сейчас поверну, и там сзади тоже вставка такая большая связана. Видите, это сзади. Очень такое красивое. И такое в бохо стиле. Объемное такое, да. Вот девочки, которые любят бохо стиль. Я думаю, им понравится. Вот еще я платье обнаружила. Тоже очень интересный крой. Смотрите, как интересно. Удлиненный реглан. И вот широкий такой рукав. И он аж от попы этот рукав. Я так предполагаю. Не от попы, я думаю, от талии. Вот. Тоже интересный как модель. И вот этот узор обязательно разберу, он крючком. И эта майка, внизу обычная, ну, хлопковая маечка, и сверху вот этот накидон. Его можно сделать и как платье, этот накидон, и как топик. Вот эта вещь мне понравилась. Ну и платье, вот последнее, я уже на выходе его заметила, связано спицами. Я прям тут замедлила, чтобы вы увидели. Здесь спущенная петля слева-справа, и по центру наши любимые дырки, которые же мы миллион раз разбирали. Вот такой вот у меня был поход в Зару, девчонки. Напишите мне обязательно, пожалуйста, понравилось вам или нет. Делать мне такие походы в магазины с обзорами на вязаные вещи или нет. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока. И жду ваши комментарии и ваше мнение. Вот такой. И, кстати, из нашего обзора я больше ничего и не нашла. Ну, вот кроме тех платьев, маечек и брюки, вот которые были, брюки с майкой. Вот такие вот дела. Казалось бы, это Прага, я думала, тут побольше выбор, но нет. Вот так вот, девчонки. Ну все, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.